Книга «Открытым оком». Тема «Старообрядцы». Том 12. Вопрос 2650. Сопоставимы ли гонения, которым подверглись старообрядцы в советское время, с теми, которые претерпела РПЦ, о чем она когда-то молчала, а теперь не упускает случая напомнить, завоевывая себе все большие привилегии? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Ответ старообрядцев. Цитата. По понятным причинам у нас нет полной статистики, но достаточно сказать, что если в 1924-28 годах в нашей церкви были 30 епископов, то в предвоенные годы остались только 3, из которых лишь один на себе не испытал. Из которых лишь один на себе не испытал, что такое сталинские лагеря. Богоборческие власти не только гнали и казнили верных, но и искали в церкви малодушных. Сказать, что вербовка совсем не коснулась нашей церкви, нельзя. В частности, в 1985 году, в самом начале служения, моего брата отца Геннадия, ему предлагалось некое негласное сотрудничество. Он отказался, а кто-то, возможно, и уступал. Но, пожалуй, будет уместнее говорить о духовной стойкости. Вспоминается один из довоенных епископов, уральский владыка Сергий Кулагин. Сохранилась его фотография, сделанная в сталинском лагере в 1936 году. Он весь в каких-то лохмотьях, в драном полушубке. На обратной стороне фотографии чьей-то рукой сделана надпись. Остался непродажным. И он такой был не один. Варварские гонения привели к огромным потерям. Вспоминая опись конфискованного имущества храма города Казани, она содержала десятки пудов серебра, иконные оклады, лампады, все колокола, самый большой из которых имел диаметр более 2 метров, пошли на переплавку. Царские врата исчезли бесследно. К счастью, сохранились иконы из резного деревянного иконостаса. Сначала они пребывали в молитвенном доме. Часть сохранил музей и потом любезно вернул. Часть икон уехала в Ижевск. Кавычки закрыты. Ответ старообрядцев комментирует Игнатий Лапкин. Ответ не по вопросу дает Андриан. Но и в его ответе открытым и текстом сказано о богатстве церкви, чего и быть не должно, и не было бы жертв за изъятие церковных ценностей. Не евангельский путь повлек не евангельские страдания. Патриархия же просто умалчивала о жертвах, но яростно отрицала гонения при советской власти. И отрицать начала особенно с митрополита Сергия. Изощрялся о том и митрополит сталинский Николай Ярушевич. Где они ныне? И совсем уж по-бессовестному ныне патриарши, архиереи и священники так жгут вчерашних своих сотрудников и сотоварищей коммунистов, столько кричат о жертвах, которые ими же и были оплеваны некогда. Евангелие от Матфея 23:29-33. «Горе вам, книжники, фарисеи и лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников, и говорите, если бы мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщниками их в пролитии крови пророков. Таким образом, вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков. Дополняйте же меру отцов ваших. Змии, порождение ехиднины, как убежите вы от осуждения в гиену?» 3 Царств 13:30.
и положил тело его в своей гробнице и плакал по нем: «Увы, брат мой!» Патриаршие служители сегодня себя считают чуть не прямыми наследниками всех умученных коммунистами-людоедами. Сами же по духу лютые враги истины и евангельской проповеди. Так кто же есть удерживающий ныне, не позволяющий Антихристу открыться? Что есть, чего не будет и в помине, когда контроль всеобщий на слова и мысли? Одни толкуют про царя в отставке, про монархический уют и доброту. При нем, мол, пасть заткнут масонским шавкам, об этом и попы кричат в бреду. Начнем по-малому, конкретно с одного, что удержать могло экстаз при драке. Могли дать оплеуху, пнуть ногой, но удержался тонущий во мраке. Что удержало при семейной ссоре, себя не порешить, не заколоть жену? Опять же, совесть, пусть не первым сортом, но голос Божий давит на мою вину. Строй государственный и принятый закон, монарх святой, тоталитарный деспот, противовес в другой стране, где плач и стон, и Сталину, а Гитлеру в одной гробнице тесно. Антихрист же один для всех народов, для континентов всех и всех колен. Противодействий нет еврейскому уроду, он совесть Конституции забрал себе в полон. Дух Божий будет взят от жизненной среды, свобода мысли, слова берутся под контроль. Свобода мысли, слова берутся под контроль, без трех шестерок смерть не выдадут еды. На лбу и на деснице предсказанный пароль. Пророков только два. Им зверя обличать. Их трупы будут брошены на обозрение всех. Нарывы, как проказа, окунтурят печать. И на престоле изверг, кому питание – грех. Бессовестность, анархия, лукавый терроризм. Раскрепощенные мостят дорогу зверю. Нас Бог предупредил с евангельских страниц, что скоро будет взят дарующий нам веру. 27 января 2005 год. Игнатий Лапкин.